Рабочий день вместе с мэром начался ранним утром. Расписание градоначальника очень плотное. Запланировано множество встреч и поездок. Везде нужно успеть и решить задачи. Иркутяне Татьяна Осипова-Нецветаева и Андрей Михайлов сегодня изнутри увидели работу главы города и узнали, что происходит в областном центре. Вместе с Русланом Болотовым они побывали на нескольких объектах и поделились своими впечатлениями. У Татьяны свой бизнес, и ей, как индивидуальному предпринимателю, было очень интересно принять участие в этом проекте, говорит жительница. Узнала много нового, да, то есть мэр сам по себе очень умный человек, эрудированный, как бы рассказал нам некоторые истории, пока мы ехали вместе. Получается, рассказал нам про детский сад, да, то есть как бы я как просто житель города об этом даже не в курсе. Люди в основном поверхностно очень судят о работе мэра, как бы государства, собственно, заботы государства о людях. Андрей Михайлов – кандидат технических наук. Как научному работнику, по его словам, он давно хотел узнать о жизни Иркутска подробнее, как принимаются решения и какие проекты реализуются. Видно, что у нас мэр в курсе ситуации, то, что у нас все-таки хорошие перспективы у города, есть возможности. Вместе с мэром это проект городской администрации. Его запустили в 2021 году. И за это время уже многие иркутяне смогли в нем поучаствовать. В этот раз инициативные жители посетили детский сад номер 18 для детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. В сентябре в нем открыли две дополнительные детские площадки. Одна для безопасной прогулки с малоигровыми формами, вторая спортивная. По словам Руслана Болотова, проект вместе с мэром отчетливо показывает жителям, что именно делает администрация и какие важные задачи решает. Наш детский сад в этом году принял участие в инициативных проектах. Мы сделали огромное, большое дело для сада. Выиграли проект и сделали для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата площадку. Стараемся, стремимся дальше. Сегодня, вот, допустим, вот этот детский сад очень хороший пример того, каким образом можно комбинировать программы, да, которые у нас сегодня есть на региональном, федеральном, городском уровне, для того, чтобы достигнуть самого главного результата. В общем, комфортной среды, для того, чтобы можно было достигать хороших показателей в сфере образования, дошкольного образования. Затем участники проекта вместе с Русланом Болотовым проверили работу очистных станций. Недавно там модернизировали систему очистки и применили новые технологии. А после побывали на открытии первой модельной библиотеки. Малена Мартынова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.